Казахстан наш партнер по Евразийскому экономическому союзу. И, естественно, сотрудничество с Казахстаном является наиболее продвинутым. Это и объем товарооборота. Теперь это уже для нас не внешняя торговля, это внутренняя торговля. И объем взаимных инвестиций. И действительно, по Каспию наиболее продвинутое сотрудничество между Россией и Казахстаном. И российско-казахстанское сотрудничество нам бы хотелось, чтобы было бы моделью для урегулирования всех вопросов, связанных с правовым статусом на Каспии. Это пока еще открытая страница, хотя и есть большое продвижение вперед. Что касается Ирана, мы надеемся, что те санкции, которые действовали против этой страны, будут в ближайшее время сняты. И это откроет, конечно, большие перспективы для предпринимателей, бизнес-сообщества, всех прикаспийских государств успешно развивать экономические связи с этой страной, где потенциал экономический, энергетический очень велик. Что касается Туркменистана, это наш надежный партнер. Мы знаем, что Туркменистан занимает особую позицию, что касается сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. Вместе с тем, во всяком случае, четыре государства прикаспийских, кроме Ирана, пользуются возможностями осуществления свободной торговли без уплат таможенных пошлин. Это важный фактор. Есть очень интересные проекты, которые для российского бизнеса в Туркменистане очень важны. Это и в области строительства инфраструктуры и многого другого. Поэтому здесь тоже я не вижу никаких проблем. Но понятно, что предстоит еще большая работа по определению правового статуса Каспия, по самое главное сохранение Каспийского бассейна как одной из мировых жемчужин с точки зрения экологии и защищенности тех ресурсов. В данном случае я не имею в виду углеводороды, я имею в виду и рыбные запасы. Ну и в целом это действительно чудо природы.